Що витворить долар після Нового року і як бюджетно відпочити в Карпатах – це абзац. І ми починаємо. Водійські права на чорному ринку можна купити від 300, от навіть до 1000 доларів. Ну, ви ж знаєте, чому зараз долар? Страшно подумати, хто опиняється за кермом. І дійсно, от чи можливо отримати права чесно, без хабаря? Авантюрний експеримент провела Рая Хамідуліна. Знакомая фраза «права купил, а ездить не купил». Я решила выяснить, как такие водители 80-го левела получают права. Когда заплатил деньги, в ГАИ приходит по большому счету только для того, чтобы показаться, что он там был. Раньше можно было вообще не приходить, то есть права выдавались просто так. За какую цену автошколы гарантируют беспроблемное получение прав? 3300 платишь за обучение, и 3300 при выпуске обязательно платишь еще отдельным чеком, там, ну, как бы для гарантированного сдачи, для гарантированной сдачи экзамена. И реально ли сдать экзамен бесплатно? Инга, за рулем уже год, но чтобы сесть за руль, девушка прошла через 7 кругов ада. Инструктора автошколы, в которой она ходила, прямым текстом вымогали деньги за сдачу экзамена. Чтобы избежать лишних вот таких вот неполадок, чтобы все прошло гладко, пожалуйста, выложите энное количество денег, и все у вас будет хорошо. Инга испугалась, что инструктора ее завалят. В итоге внутренний экзамен обошелся ей в 3000 гривен. На запугивание автошколы повелись и другие начинающие водители. У людей не было никакого выбора, и им пришлось эту сумму доложить, потому что, ну как, человека не допускают к экзамену МРЭО. Я решила провести расследование и вышла на бывших сотрудников одной автошколы. Николай проработал инструктором по вождению 5 лет, пока поборы в его автошколе не перешли все границы. Когда подходит ближе к экзаменам, тогда уже получается более активно, более настойчиво начинают рекомендовать заплатить. Такса стандартная – 3000 гривен. Но если ученик все-таки отказывается заплатить, то… Делают так, чтобы человек не сдал. Без этого внутреннего экзамена до ГАИ не допускают. До 5000 за обучение плюс 3000 за экзамен. А не многовато ли? Но оказалось, это далеко не все методы вытрусить из вашего кошелька заветную сумму. Самостоятельно за 5 лет, ну, не знаю, процентов, может быть, 15-20 самостоятельно удалось сдать. Это просто о счастливчики. Ну как же сдают экзамен те, кто все-таки заплатил? В принципе, все ответы на любой вопрос будут правильные. То есть там либо программка стоит какая-то, либо они сами это все решают, у них который компьютер стоит, они видят любого то, что делают. То есть там неважно, правильно, неправильно. Сдал экзамен, не сдал, все равно их права выдают. Оказывается, есть негласное правило, по которому сотрудник полиции, принимающий экзамен, распознает, платил человек или нет. Есть такой маленький секрет, не знаю, как сейчас, но раньше он был. Это две скрепочки на документах. То есть люди, которые заплатили, их помечали. Помечали их двумя скрепочками степлера. У тех, у кого два степлера, те заплатили, у кого один, не сдают. То есть для того, чтобы гаишник понимал, кто это принимает. То есть автошкола передает данные в отделение полиции о том, кто платил и кто сдает экзамен самостоятельно. Но если я хочу забрать свои документы об окончании автошколы и сдать на права в другом отделении полиции. Есть люди, которые хотят забрать документы на руки, да, и пойти сдавать в другой день. Хотят сдавать в другом ГАИ, по другому адресу. Этого сделать не дают. То есть документы не отдают людям для того, чтобы потом их зажать там. Я в ужасе, ведь в таком случае мне вообще не оставляют шанса на независимую сдачу экзамена. С медкомиссией за деньги все еще проще. Люди просто сдавали деньги, свои фотографии, копии документов, паспорт. Вот это все отдавалось как бы другому администратору и делали всем справки. То есть люди эту комиссию проходили в редких случаях. До 300 гривен, до этого. То есть за 300 гривен дальтоник нормально будет различать цвета, а человек, стоящий на учете у нарколога, резко становится полноценным водителем? Интересно, и сколько таких ездят по дорогам Киева? Сегодня я проведу эксперимент и выясню, можно ли купить права в столице.
Для своего эксперимента я выбрала абсолютно разные автошколы в абсолютно разных районах Киева. Интересно, так ли это просто договориться о покупке прав? Отправляюсь в автошколу в самом центре. А обязательно все занятия посещать? Просто по теории обязательно сдать ему экзамен внутренний, тогда пересдачи уже. О, ничего себе. Вот сразу же дают понять, что тут экзамен просто так не сдашь. Ну, честно, я бы такая, чтобы, может быть, сразу же. Короче, тогда давайте вас запишу. То есть мы могли бы, в принципе, договориться, чтобы я уже через 2,5 месяца, например, пришла в чистый экзамен. Я вообще не хочу. Короче, вы записываете. Ого, так быстро? А вот о цене уже нужно лично с инструктором договариваться. А сколько ориентировать? Какое, что? Хорошо, окей. Все будет хорошо. Администратор такие вопросы не решает, поэтому записывает меня в группу. Проверяю другую автошколу, которая находится в спальном районе. Буду вести себя наглее и сразу предлагаю деньги. Если вы не получите знания, у вас по-другому ничего не получится. Мне уже эти права получить. Это не ответ. Подход даже к своей жизни. Как-то вроде все подруги, знаете, так как-то быстро договорились, и все. Я вот это хожу и не знаю, даже что делать. Вариант, значит. Вы обратитесь. У вас вообще никак? Радует сознательность этой женщины. Отправляюсь в автошколу, которая находится на окраине города. Может, здесь менее переживательные сотрудники? Ой, я не знаю, знаете, мне надо какую-то такую группу, чтобы можно было, ну, как меньше ходить на занятия. Просто все подруги уже как-то, ну, решили этот вопрос. Может быть, можно как-то, ну... А как вы собираетесь? Ну, может быть, есть какие-то варианты? Нет, никаких. Сказала, как отрезала. Это не может не радовать. Сейчас я проверю автошколу, в которой работал Николай. Интересно, поменялись ли у них методы вымогательства денег? Делают так, чтобы человек не сдал. Без этого внутреннего экзамена долго и не допускают. И человек может ходить до пенсии сдавать внутренний экзамен. Хочу на самом деле купить права. Ну, понимаете, но все равно ходить 2,5 месяца. Я там что-то подучу, мы с папой уже ездим, нормально все. И, ну, пока папа, знаете, деньги дает, я считаю, что надо идти. Ну, конечно, все реально. Вы не хотите просто ходить, да? Не хочу ходить. И как-то времени вообще нет. Ни времени, ни желания. Мне показалось, девушка не впервой проводит такие беседы. Тут даже пытаются удержать потенциального клиента. С одного вида это сейчас меньше, да? Якщо не мы, так ты... Ну да, да. Смотрите, если вы даже заплатите, то вы все равно получите права через 2 месяца. Да, хорошо, я согласна. Надо бы сразу помнить. Конечно. Если не вы, то кто еще выпустит на дорогу человека, который не знает правил? Так какова же цена вопроса? 4 тысячи? Да. Это совсем загорит. Это уже с правами? Да. Ну, возьмите 5 тысяч. 5 тысяч, да. А там я позвоню, как бы. И все так просто. 5 тысяч гривен, 2 месяца, и права у тебя в кармане. Администратор. Ой, замечательно. Ой, супер. Сядете за компьютер, все положено. А если я неправильно отвечу? Ничего страшного. Там все. Да, ну иногда же люди дарят права. Я в ужасе. Даже страшно представить, сколько водителей из этой автошколы сейчас спокойно рассекают столичные улицы. Но есть ли шансы сдать экзамен без денег, просто выучив правила? Это Евгений. Он самостоятельно сдал на права и сейчас поделится секретом, как это сделать. Что очень облегчит тебе сдать экзамены, это тесты. Заходишь на сайт ГАИ и день и ночь, там прямо есть вот эти тесты, которые тебе попадутся потом на экзамене. Ваша задача не ответить правильно, а даже если вы знаете, что правильный ответ, ваша задача ответить неправильно, потому что там идет потом разъяснение, почему именно так. Найти автошколу, где есть шанс сдать экзамен без фокусов, лучше всего через друзей или знакомых, которые там учились. Либо по отзывам в интернете, как сделал Женя. Я изначально хотел ходить в автошколу, которая вот в квартале отсюда, но когда я вот почитал отзывы на этом сайте, я решил туда не ходить, потому что там было прямо четко вот на форуме люди писали, что 3300 платишь за обучение и 3300 при выпуске обязательно платишь еще отдельным чеком, там, ну, как бы для гарантированной сдачи экзамена. И еще одно. После внутреннего экзамена требуйте, чтобы вам выдали ваши документы на руки и вы лично принесли их в отделение полиции. Если вам говорят, что они это делают сами, значит, можете не рассчитывать на сдачу экзамена своими силами. И тогда обращайтесь либо в полицию, либо в абзац.